Всем привет! Всем привет! Сегодня мы играем в... Свомпи, часть вторая. Крокодильчик Свомпи, да? Да. Ну давай приступим. Вот и загрузка сразу пошла. Дисней? Да. Крокодильчик Свомпи 2. Так. Нажимай играть. Ой, реклама выскочила. Ну закрой это и все. Отмени. Ну играть. Что, играем? Давай. Так. С какого уровня начнем? С первого? Так, конечно, с самого начала. Угу. Так, первый уровень, да? Вы уже играли в него немножко? Угу. Проходили? Так, освоится. Ну, здорово. Здесь разные уточки. Какая загрузка красивая. Нам надо собрать. Добудьте воду для Свомпи. В общем, нужно воду соединить до вот этой трубы, да? Да, вот до желательно вот собрать все футочек. Ага, все понятно. Вот. Так, вот. Ну это первый уровень, он самый простой, да? И сверху еще вот так, вот это очень легко. Так терется. Так, сейчас что у нас второй уровень будет? Да. Здорово, давай. Далее. Загрузка. Сейчас, наверное. Так, уровень номер 2. Копай вглубь. Так. Угу. Уточки, уточки, уточки. Угу. Так, а здесь что надо делать? Копай. Введите воду на экране к цели. А где цель? Надо вниз. Так, и что? Нужно. И что, и что? Тут надо осторожно провести в самый низ. Такое задание. Самый низ? Да. Оп, я сюда, сюда. Соединяем. И штуки, осторожно. Ты выкрутасы тут делаешь. А эти штуки что, нельзя задевать? Эти можно, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо вы. Нет, сколько воды потеряли мы. Ну-ну-ну. Вот сюда. Всю воду соединяем, обходим. Так. Случается с нашей водой. Не случается. Там внизу какая-то воронка, да? Да. Итак, вот мы уже многого достигли. И, осторожно. Что? Да ничего, играйте. Опа, вот как вода мне полилась. Итак, иди. Мы уже больше половины прошли. Лишь бы туда, лишь бы туда. Так что вот так. И сюда. Иди, водичка, за мной. Наверняка там будет более сложный уровень, да? Соединяем сюда. Так. Осторожно проводим вот сюда. Да. Готово! Мы все прошли. Мы прошли второй уровень. Ага, стримость целая. Это что такое у них посыпалось на этих? Ну это что, давай еще водички. Раз. Разочек. Давай. Еще один уровень пройдем. Да. Посмотрим. Далее. Можно я попробую? Да. Здорово. Она мне разрешила попробовать. Что, третий? Да. Третий уровень. Вот, синенький где. А нижний что было? А то есть все закрыто, надо первый пройти. То есть третий уровень, да, состоит из двух? Угу. Так. Повезло тебе с уровнем. Оп. Так, а мне надо куда добраться-то? Вот до сюда, да? Ну так что, тут все просто. Одна уточка. А, надо еще уточек всех собрать. Да. Все, здорово, ладно, я понял. Угу. Так. Открыто новое испытание. Открыто новое испытание. Так, здесь еще же можно пройти, говорил, да? Да. Ну, закрыто. А, надо трех уточек собрать. Да. Сейчас, значит, я по новой этот уровень пройду и соберу этих уточек. Соберу уточек. Трех. Так. О, а что другое что-то у меня уже? Какой-то это... Ты видишь, тут светится, значит, там секретный артефакт. Можно там вот собрать. Ух ты, смотри, он что-то знает. Что-то я тут уже ничего не понимаю, куда тут я... Надо воды вот сюда налить, в синенькую, чтобы вот это открылось. А, вот оно что. И опять я вот чуть не собрал. Да. Опять одну. Ну давай, давай, ты попробуй играть. Угу.
Может, у тебя лучше получится собирать уточек. Далее. Это крокодильчик Свампи? Да. Мы еще одного собрали. Угу. Вот открывается новый уровень, 5-й. Так. Разделяй и властвуй. Отличное название для уровня. Нормальное название для уровня. Добудьте воду для Свампи. Попробуем вакуум. Мы открыли его. А что это такое? Ой. Это какие-то подсказки или что? Или... А, вода сама засасывается. Ой, потекло. Так, и что делать, значит? Не пойму, в чем прикол для этого вакуума. Вот, это сюда. Уточки сами засасываются. Вода. Да? Да. Тебе нравится? Готово. Ну давай еще один уровень и будем прощаться. Ну, хорошая игра. Ну, интересно. Мне кажется, когда время есть, можно поиграть, посидеть, подумать маленько. Да? Да. Свампи. Это что, это девочка Свампи, что ли? Да. У нас не хватает уточек, чтобы пройти этот бред. Какой? Вот это нужно 18 уточек. А у нас? 14. Где написано 14? Вот, сверху. А надо 18? Да, корень будем перепроходить. Вот, не приближайтесь, давай, попробуем пройти. Что надо делать, я что-то не понял. Здесь. Не приближаться. Не приближаться. Так. А вот к уточкам, наоборот, прикасаться нельзя. А, все понял. Осторожно, ты сейчас вот всю воду под... Вот он заплакал. А, я, видимо, удочку, да? Да, его... взял и расстроил бедного крокодильчика. Так надо тихонечко, значит. Ой, ёп. А может сначала сделаем сюда и остатки их поедем? Сейчас, сейчас сделаем. Ёлки-палки, вот так вот, наверное, надо? Да. И чего? Вот остаточек маленький. Наверное, вот так вот. Опля! Вот. Теперь вниз сделаем. Жух! Победил я? Да, ты собрал все. Ему надо воды-то помыться, да, что ли? Вот он, что он грязнули у тебя такой. Ну, он же живет грязный этот. В общем, это была игра Крокодильчик Свампи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.